лето не за горами, дети в предвкушении отдыха, а вот родители всерьез озадачены тем, чтобы каникулы не превратились в бесконечное безделье. Чтобы этого не случилось, летние оздоровительные лагеря готовят тематические смены. О том, какие нововведения ждут в этом году детей и взрослых, обсудили на совещании. Всего в этом году в Чувашии планируется организовать отдых для 100 с лишним тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Для упрощения регистрации принимать заявления будут 4 этапа. Первый начинается с 1 апреля. Стоит отметить, что все льготы на приобретение путевок сохранились. В этом году сумма на путевку, стоимость путевки увеличилась. Согласно постановлению Кабинета министров, 21 день будет стоить 13 767 рублей. В прошлом году стоимость путевки составляла 13 124 рубля. Работает, скажем так, система, по которой родители оплачивают 5%, 20%, 30% или 50% стоимости от путевки. В зависимости от материального состояния семьи и в зависимости от жизненной ситуации детей. В этом году администрация города на отдых и оздоровление детей выделила больше 60 миллионов рублей. Более 20 из них осваиваются лагерями «Березка», «Волна» и «Бригантина». Руководители уже презентовали программы летних профильных и оздоровительных смен. Уклон делается на английский язык, на английские каникулы, потому что у нас был опыт проведения этих смен весной. Мониторинг показал, что эти смены востребованы, люди хотят приезжать, поэтому мы делаем смену, значит, «Алиса в стране чудес», которая будет проходить полностью на английском языке. Одним из приоритетов в реализации летней программы педагогического лагеря «Волна» является пожарная грамотность. Мы считаем, что в летнее время дети восприимчивы к серьезной информации, но необычным путем, в ролевой игре. Первая профильная смена, с которой стартует наш летний оздоровительный сезон 2017 года, называется «Пожарная академия». И основной целью своей будет нести повышение образовательного уровня в области пожарной безопасности. Руководство лагеря «Бригантина» основной упор сделало на экологическое воспитание и семейные ценности. Руководители летних лагерей пригласили к сотрудничеству учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, «Республика».